В ближайшую неделю на улицах города можно будет увидеть вот такой ретро-автомобиль с логотипами ледового шоу «Огни большого города». Из динамиков звучат приглашения на мюзикл, а организаторы всем прохожим раздают специальные флаеры. Именно такие ваучеры их предъявителю дают возможность купить билет на ледовое шоу со скидкой 50%. А флаеры действуют при проведении непосредственно в кассах «Айсберга», и также можете приобрести билеты со скидкой передвижной ретро-машине. До 31 августа, то есть до конца срока действия акции, ретро-автомобиль будет передвигаться по всему городу. Маршрут его движения можно будет проследить в соцсетях, на Фейсбуке и в Твиттере, в официальной группе мюзикла. Напомню, шоу Илья Вербуха «Огни большого города» – это спектакль на льду, синтез вокала, пластики балета, фигурного катания и циркового искусства. Постановка уже удостоилась нескольких престижных наград. В Сочи шоу можно будет посмотреть до 3 ноября.